Что, ребят, всем привет. Мы сегодня продолжаем проходить Devil May Cry 5. Собственно, какие-то награды дают, когда заходишь в игру. Почему бы нет, окей, я согласен. А еще, продолжаем. Миссия 8, Владыка Демонов. Почему в прошлый, получается, стрим Данте получил пиздюлей конкретных. Вот. И, собственно, Неро вместе с Ви, кстати, имбовый Ви персонаж. Вот. Он, собственно, ну, периодически они меняются между миссиями и спасают Данте, я так понимаю. Продолжаем. Guess there's no point thinking about it. Это бабенца вечно вылетает просто, прыгает сверху. Какая-то у него бешеная тачка. Как она не разлетелась еще по запчастям, я еще не знаю. Ну, окей. Ты типа флиртуешь со мной? Ты это брось. Давай в машину. Сама в ахуе сидит. Нахуй так ракерить, я не знаю. Окей. Ну что, сохранение классические. Ну, давай для классического погоняем. Там же просто костюмы, как бы ничего такого. Так, начать миссию. Сейчас мы персонализация. Поставим какие-нибудь руки себе металлические. То есть в этой части он меняет просто руки себе, как это движение, да, изменить. Какие-то можно брать, я смотрю, какие-то нету. Всех по одной почему. Ладно, как говорится, можно всех посмотреть. Да, закончить. Надо будет музычку чуть погромче сделать. Авторские права особо не предъявляют за музыку, так что. Окей. Можно немножко погромче. Point in turning back now. Not that that was ever an option. Yeah. Time for some payback. Пора вернуть должок. All right. Just ладно, ты мне дождешься, подонок. Я втащу тебя прямо отсюда. Так. Настройки. Звук на серединку поставим. Вот. Ну сколько мешать будет? Секретов тут, конечно, по-любому до жопы, как бы это надо все смотреть очень внимательно. Я, кажется, не собрал, да, помните? Нет, нормально. Эти упыри уже что-то с одной точки, я смотрю, улетают. Ну, типа, сколько там я раза два, наверное, выстрелил, он уже потом. Иди сюда. Получается, что, дорога тут делится надо? Или нет? А, нет. Уряди. Вот хер знает, что тут можно разбивать, и все опять же. Локации незнакомые, так что без исследовать. Блин, ну, что мобов маловато дают. Можно было бы тут поизгаляться. Надеюсь, попозже будет больше. Так, ну... Вот камера местами неудобно, за тобой появляется. Что такое? Да. Почему они светятся иногда, а ты по ним треснешь или выстрелишь, и они перестают светиться? Почему бы это?
Окей. Ну что, сейчас будет качественный заместо? Давайте все сюда. Погнали. Ты подзабыл направление? Окей, разберемся. Все? Ну, ёпта, так неинтересно. 4 моба, вы серьезно, ребят? Слова ватенька. Семейный уют, привет. Спасибо за лайкос. Как новогоднее настроение? Предновогоднее. Ой, тоника. Раньше хилы вот были ярко-зелеными отмечены, сейчас они какие-то бледно-бирюзовые, я думаю. То есть не туда, да, наверное? Мне прыгать надо по этой... Какие-то ступеньки есть, подожди. Это ладно. Так, и теперь получается... Нет, не перепал. Это... Куда надо запрыгивать? Упс. Ладно, ждем. Ждем третью. Елку наряжаем. А я, кстати, уже на прошлой неделе еще заморотился. Поднарядил ее. Вниз. Ну, наверное, частая проблема Devil May Cry серии, это то, что иногда, ну, иногда не получится, ну, точно не знаешь, куда идти. Особенно в третьей части такая херня была, то что просто можно кругами было ходить, пока не найдешь определенный путь. Четвертой уже такого в принципе не было, но иногда прослеживалось так. Непонятки. Не дались. Как туда забраться? Я пока не знаю. Реки крови. Эти потоки струятся через весь клипот. Или клипот, не знаю. Принося кровь, собранную в мире людей. Поддайтесь течению, чтобы попасть вглубь дерева, но помните, что пути обратно не будет. Что бы это значило? Куда ведет этот путь? Что бы это значило вообще? Ну, видимо, больше идти-то некуда. Погнали туда. Надо разрубить его или что? А, просто войти. Окей. Как в Футураме, такие у них были скоростные перемещения, типа лифта. Что-то в этом роде. Да? Это как-то вот с мобами покажи денька. Нету жесткого замеса прям, чтобы я не знаю.
по-моему, в четвертой части. Да, в четвертой части, когда все проходишь, в конце игры у тебя там есть, по-моему, 100 секунд, что ли, чтобы замочить сотню мобов, по-моему. Только так. Пока титры идут, ты должен сотню мобов замочить. Ну, там прикольно. Просто мочишь без остановки. Пока что-то неактивно, наверное. Ну тут хотя бы они падают постоянно, это хорошо. Давай, 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 не перерывай, так. А вот желательно вдвоем, втроем. Когда вообще ран хорошо и быстро растет. Ах, косточка. Только ран кэт был. Да, никого. Ну и ладно. Мне сюда? Или я сюда пришел? Ты туда, где дерево. По-моему, дерево когда мочит, что-то там, по-моему, штуки 3 или 4 дают, как я заметил. В третьей части было прикольно сделано тем, что ты когда берешь какое-то определенное оружие, там такие деревья были под определенное оружие записаны. То есть, ну, небольшая реиграбельность появляется. Единственная дорога вниз, а? Походу. Я уже как цель захватываю. А, или просто вниз. Походу просто вниз падает. Давай. Прекрасная, как в Думе, глаза немножко напрягаются. Каменевшие статуи. Чайно не будет этих летающих хреновин, которые... Погоргоны, короче. Это шарик. Ну, просто так. Я знаю, такой здоровенный шар и прорисовка и все такое. Может он не просто так? Я не знаю, пока с ним что с ним делать. Давай, босс файт, наверное. Да, босс файт, походу. Напал на похож. Хитрый певчий Бафомет. Бафомет, по-моему, по-другому выглядит. Там у него более козлиная башка. Теперь много Бафомета. А, нет, это не. Это просто ящерица. Он еще не сдохся. Лихо как-то все ухатываются. В принципе, может быть, это и к лучшему. Не надо по 3000 часов сидеть в каждой маленькой комнатке убийца. Мне вот в эту щель надо. Ну, попадите, блядь. Куда меня вот как раз несет? Действительно, куда?
Давай. Погнали. Кленовый сироп. Не, ну правда, в Футураме такие моменты перемещения были. Там из заставки мультика такое было. У них там типа метро такое было. Божественные статуи. Что используете божественные статуи, чтобы обменять красные сферы на навыки предмета? А, ну это вот как, собственно, было в третьей части точно. Не помню, может быть и в четвертой было. Такие статуи всегда стояли перед боссом. Ну все, вроде, да? Давай что-нибудь купим. Что-нибудь купим. Загрузочка странная. Так, акселератор, бич дьявола, малая королева. Синей розы не хватает. Давай уж, наверное, королеву все-таки докачаю. Да? Хватит мне 25. Способности. Тоже не хватает. Синей розы не хватает, королева не хватает. Генератор. Давай акселератор. Все равно качать придется. Ну, углю в игры, привет. Спасибо, что зашел. Рад видеть. Как тебе серия Devil May Cry? Мобы. О, где со щитами? Я не понимаю, как их пока бить, но явно сзади. И там не дает замочить. Давай, 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 добивай. Ах ты, сучка. Бля, тут уже мало посложнее пошли. Какой-то замес качественный, да? Начинается. Блядь, я какой-то. Блядь, почему не печёрок бью? Прям психует, а? Не, ну прикольно. Коробка тут как обычно на уровне. Да. Неприятный ног. А этот кто-то тоже. Я таких, по-моему, еще не видел. Давайте, лучше сначала мелко. Давай, 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 мочи, мочи. Давай, 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 давай. Сука. Всё. Только в одну часть пробовал играть, а какую? Наверное, наверняка в третью. Потому что в третью, наверное, пробовали все. Как она? Вот, не получилось или... Просто забил. Кажется, правильно. Я потому что в свое время тоже на третью раза, наверное, 3 забивал. Или 4, по-моему, раза. Я ее начинал, то там винда какая-нибудь наебнется, то еще что-нибудь. Просто ее удаляешь, потому что времени нет поломать. У меня, собственно, в эту щель такой. Yes.
А потом как-то что-то сел, и вот на работе делать нечего, на ноуте прошел четвертую часть. Ну, на геймпаде, конечно, все это дело гораздо поудобнее. Я там на клаве чуть пальцы себе нахер не сломал. Но прошел, тем не менее, мне понравилось. Как раз на тот момент особого не было опыта насчет слэшеров. По-моему, один из первых слэшеров, это вот My Cry 4, который я прошел. Ну, как раз не до конца отхилило. Сейчас главное изделение получить. Будет замечательно. Да, давайте кому навалять. Он меня трепал. Я так понимаю, Бафомет — это тот, кто становится обычным мобом, короче. Вольфрам, привет. Типа перезапуска не пытались сделать без номера, которое... А, DMC ты имеешь в виду? Ну, там, короче, где этот... Данте такой, короче, является, черноволосый бегает. Понял, я, кстати, тоже проходил. Ну, одна из такая, из таких не особо выдающихся частей. Но ничего, и это мне зашло. Погоди, я еще по кругу бегаю. Я ж тут был. Ну вот, как раз эта херня тут. Бля, только не говорите мне это. Что мне заново надо пердолить тут все. Хотя нет, там платформы были другие. Че, ребят, как настроение новогоднее вообще? Предновогоднее, опять же. Очищается. Пепинея. Блин, там золотая сфера. Да? Надо? Да. Вот прыжки тут, конечно, всегда были сделаны такое себе. Да ёб твою мать. Давай. Как говорится, соберись и разбирайся. Новогоднего настроения вообще нет. А чё так? На работу, наверное, поди. У меня куча ребят, с которыми я думал, то, что будем отмечать Новый год, и все в ночь работают, либо первого с утра на работу. Короче, походу, блядь, тоже дома придется, блядь, сидеть весь новогодний праздник. Так, может, друзья зайдут, конечно, посинячь. Но не так, чтобы очень прям. Так, сколько у меня, кстати, этих осколков? Я осколок. Еще один, и жизни будет побольше. И слэшеров Байонета понравилось. Ну ты, чувак, а я, блин, пока еще не играл, но хотелось бы полобать Байонету. Не в курсе, она на компе есть.
По-моему, да, это эксклюзив для Nintendo Switch, Nintendo Wii и, по-моему, на третью плойку он был. Кажется, не так давно, по-моему, Bayonetta делали на четвертую плойку. Я могу ошибаться. Лёг позвонить. Я тут телефонную будку как раз пидорасил. Парнушка. Так, думаешь, можешь подъехать прямо сюда? Нахин пень, ты вообще знаешь, с кем говоришь? Сейчас она опять где-нибудь с крыши свалится. Но рука у него, конечно, лопастная. Конечно, да, в Bayonetta хотелось бы полобать. На компе есть первая часть, но отлично. Значит, еще одну игрушку можно будет пройти на досуге. Что мне там качать даже нечего, да? 8007. Ах, пизду. Будем на что-нибудь копить. Да, рука мегаменовская. Мегабастер. Кстати, вот мне почему-то за всю жизнь ни разу не доводилось Мегамена хотя бы одного пройти. Я как-то один раз, по-моему, на эмуляторе поставил себе, попробовал. Ебаной, думаю, пиздец. Какая-то очень сложная игра мне показалась. Пробовал с сохранениями играть. Тоже что-то, даже с сохранениями тяжело. Кому-то нравится. Так иногда смотрю, бывает прохождение, там, типа, Мегамен какой-нибудь 5, там, в этом ранге. Сам пока что-то опять. Нет, не решаюсь, короче, полобать. Но надо, я думаю. Что слепит, а? Здрасте. Людей тут всяких ползет, а? Есть еще кто? Родился в январе. Да это уже 8-я миссия, а че так мобов маловато ползет, по-моему. Я думал, сейчас так начнется. Пиздорез. Только разгребай. Что весело быть владыкой, веселись пока можешь. Погоди, он в начале, по-моему, в начале игры по этой локации бежал. А, ну вот сейчас, по идее, должен Данте появиться. Он типа руку себе взял, мощи поднарастил, сейчас пошел за Данте мстить. Вроде так должно быть. Но это не точно. Эй, засранец, скучал по мне? Where's Dante? Nobody? Сейчас еще надо думать, как этого гондона мочить. В прошлый раз он вообще не давал к себе подобраться. Ну, блин, в игры. Счастливо. Удачно тебе поработать. Но только много не работает. А я почти всех мегаменов прошел. Если хочешь начать с чего-то, то рекомендую серию X. Вот как раз я, по-моему, с серии X на Super Nintendo и как раз и начинал. У меня там буквально там 2-3 уровня я, может быть, и прошел, но потом что-то как-то вообще застрял и, блядь, пиздец как. Ну, а может быть, я просто ее дропнул. Я что-то не помню. Но все равно, даже, по-моему, серия X довольно-таки непростая. Но я думаю, если начинать, то, скорее всего, лучше с первого. Наверное, так.
за 5% на время какое-то продержаться. Или чё? Он, блядь, не дает подойти к себе. А нет, ну щиту. Какой его щит? Где он, блядь? Твою мать. Да ебись ты, колотись. Ах ты, сука. Какой-то босс странный, я не понимаю, как вам мочить. Пиздос. Вы серьезно, блядь? Он у меня, значит, съебался, он уже все какой почти. А я ему даже удара одного не нанес. Как мочить-то это пленделя? Погоди, может быть... Может, его как-то притягивать надо к себе? Вот это вот красное хуйто. Занять, не так может. Что делать-то с ним надо? Он сразу, вот эта херня красная, ко мне подлетает и все. Ага, то есть ему проебать надо. Раз катсцена вошла. Ну вы, блядь, даете. Нет, не слабо. В твоих жилах не течет кровь демонов. Но ты все равно бьешься. Как ты смеешь поднимать руку на меня? Какого художника потеряла Россия? Ты пожалеешь, что родился бесполезным человеком. Узри же свой худший кошмар. Какой страшный дядька. Да, кого же он мне напоминает? Какой-то игрушки такой херба. Отчаяние и смерть. Но теперь, я думаю, можно будет его хотя бы ударить. А я почти все... Нера может своим мегабастером стрелять. Да, он может стрелять, но у меня всего 3 выстрела. И причем один может мегабастер, красная рука и еще какая-то, я не знаю, что это рука. Но это так, они особо там урона не наносят, так что такое себе удовольствие. Может ли он зачаржить выстрел? Да хрен его знает. Я пока им особо вот этими не, ну, руками не пользовался. Я ими даже этот какого. Ну, их не качал даже. То есть, если я нанесу урон, то максимальный урон будет это, скорее всего, просто мечом, либо выстрелом. Ладно. Будем смотреть, короче. Как его захерачить. Я думаю, надо все-таки хуем было надо мочить. Так, тихо, хилы, хилы, хилы. Берем. Твою мать. Это проем? Ага. Не, значит, он просто по катсценам должен получать пиздеч. И что ты тут с ним пока не сделаешь? Всего лишь человек, наглогрудый, смертный плоти. Проклятый с того момента, как ты появился на этот свет. Дантош, что ли?
очухался. Who dares interfere? Кто посмел вмешаться? Погоди, у Данте же вроде в этом. Какая тварь бросила вызов самому владыке? Неужели демон? Не пойму, это Ви или Данте или кто? Когда у Данте врубалась в третьей части адская длань, он тоже становился красным. Но у него, по-моему, крыльев-то не было. Или были, но они какие-то... Ну, явно на них, по-моему, особо-то не летал. А тут прямо это, левитация, вся херня. Знает. Значит, по сюжету нужно было опиздюлиться от этого чувака. Вот и все. Несколько недель назад. You could have at least knocked, Morrison. Yeah, I could have. I got some good news. У меня есть хорошая и плохая новость. Pick your poison. Which you want to hear first? Just speak. Не то не. Bad news it is. Значит, плохо. Леди Петти's feathers are all ruffled. Леди Петти жутко недовольна. Видишь, она хотела пригласить тебя на день рождения, а у тебя телефон не работает. You're a smart one, Morrison. Ображаешь, Моррисон? Знаю, что электричество и воды тоже нет. Ничего другого я не ожидал. So what's the good news? В чем же хорошая новость? Есть работенка. Наличные, оплата вперед. Наличные, оплата вперед. Мне уже нравится. Воды давненько не было, а унитаз без нее не смывает. Данте, что, в коробку из-под пиццы гадит? Вода, газ, электричество. Оплачено из твоей доли. У тебя ведь теперь настоящее агентство. А так-то у него давно уже это агентство. Данте уже на пенсии. На пенсионера больше стал похож. Devil may cry. Данте, ты представляешь, как раз я тебе звонила. 100-500, как минимум. Божечки, да у меня даже днюха сегодня праздная. Ей, мне 18, я уже не маленькая. Что за малолетка ему звонит? Кстати, интересно, okay, вообще сколько Данте тут лет? Вот что, Моррисон, я возьму за твою работенку, но если ты избавишься от этой адской вечеринки. Это я приглашение отклонено. Познакомься со своим работодателем. Пойду-ка на леди Триш, тебе понадобится помощь. What? Come on. Эй, you don't think I can что думаешь, я сам не справлюсь? It's a big job. Работа серьезная, big очень job, серьезная, Данте. Тебе пригодится помощь. Пиджачок-то у Данте уже потертый. So, what's your name? Ну и как тебя звать? I have no name. Мне только два дня. I am нет у меня пока еще имени. Ну, ему лет 20. Just kidding. Ну что, можешь звать меня Ви? Okay, Ви. Ладно, Ви, будь добр, расскажи мне все об этой всей работе. Скоро восстанет могущественный демон, и нам нужна твоя помощь. Знакомая песня. Знаешь, сколько раз мне доводилось выслушивать эту же самую фразу? Это особый случай. Особый? Okay. Хорошо. Ну что же so такого с тобой в этом случае? Демон этого можно приравнять к твоему резону. Резону или причине, по которой ты страдаешь. Имя-то у него есть? Чего они не могут имя сказать? Чего за хуйня? Виктор Плей, привет. Спасибо за лайкос. Как демона-то, интересно, зовут? Который Данте навалял по щам. Канализация, по-моему... Нет, там все-таки можно что-то купить за 20-ник. А, это Ви. Теперь за Ви, короче, лобать в любом случае. Трость полтинник.
Грифон, тень. Тень меньше прокачивает. Давай тень. На 8 косарей, чё, гильотина надо. Нормально. Примерно одинаково теперь. То грифон, что пантера, забыл, забыл. Начать миссию делать. Ну, Виту мне показался довольно-таки имбовым персом. Он просто на площадь бьет постоянно. И за него ранг-эст очень хорошо, ну, легко получить. Какого дела? Нашел? Ну, я сам не знаю, что я нашел, но там демоны вроде как танцуют. Что значит, двигаемся дальше. Дьявольский меч Спарда уже близко. Ну, как обычно, все вокруг меча Спарды, короче. А его утащит Вергилий, и в итоге Данте, скорее всего, будет с Вергилием. Ну, кто знает. Может, что-нибудь они новенькое придумали. По истории, я не знаю. It's your turn. Опять по 2-3 моба давать буду. Просто его имя это спойлер. И Ви с этим демоном связан, однако как, я не скажу. Ну, спасибо, кстати, то, что не заспойлерил. Это предположение, то, что Ви этот демон есть. Но это не так. Так, кто не хочет его защитить? Наконец-то. Да? Догрызать где-то мало. Пойдем дальше. А еще один, блядь, остался. Оп, собирать-то больше нечего. А собирать-то больше нечего. Главное, чтобы ничего не пропустить. Таких ништяков пособирать. Так, походу, дорога опять двоится, да? Так, тут все, да? Больше я ничего такого не вижу. Я должен был просто сюда сходить, чтобы убедиться. Нет, не сюда. Go, получим смокинг секси стайл.
Ну, когда 3SS, да, ты имеешь в виду? Привет, дружище. Ты Кварец, здорово. Рад видеть. Я бы с удовольствием 3 буквы S там получил. Но только сейчас пока что-то мобов не очень много дают. Или есть какие-то секреты, чтобы получать 3S? Так, ну, это за лупой хрен с ним. Есть еще кто? Только от меня дерьма-то повылетало всех. Куда ты стоять? Давай, давай, иди сюда. О, готов. Оторвали комбайн. Где пантера вообще? Ой, ее не ёбнули. Куда пантера делает? Странно. Это я не вижу правда. Грифона вижу, пантеры нет. Ну что ты, блядь, не дотыкал как? Не допрыгнуть? Пизда. Ах ты, твою мать. А как до него теперь добраться? Воду я просрал, да? Кстати, вот ворон, когда тебя хватает за руку, как долго он может нести? По-моему, он совсем только вот чуть-чуть хватает, как бы чик, и все, и отпускает сразу же. Не вниз. Походу. Когда от дерева уже, да, хуй добраться. Ебись. Погнали за устраивать качественный замес. Так, пантера. Вот она. Наконец, появилась, да. Ёпта. Кто это долбанул? Такая сволочь стреляла. Галактили как раз, блин, на меня пикирует, блядь. Давай, давай, атакуй, он вообще без прерыва. А у них мана, блядь, заканчивается, да, походу? Поэтому они долго не могут мочить. Ну вот две максимум, если все,
Больфа, привет. Добрый вечер. Все, да, хана. Ну-ка, ворон, подхвати-ка меня. Блять, просто удерживаешь, и он дальше тащит. А, так тупо дерево просрал. Ладно. Я, конечно, не исключаю момент, то, что можно туда вернуться. Но это не точно. Нет. It's your turn. Тут yeah. Ничего не сделать, да? Закрыто. Не разбить. Главное повнимательно проходиться, чтобы ничего не упустить. Тихо. Это вот можно? Так, по идее, ворон должен стрелять, куда я смотрю. I need you. Нет. Кажется, разбил, да? Да, получилось. Случайно, короче, получилось. Так. Чуть ниже. Угу. Немножко непонятно, как локации некоторые строим. Что-то ты притих, Ви, думаешь о своей дрожащей, что там? Раскрывать это бесполезно, но воспоминания приносят только боль. Так деловито ёбнул палочкой в землю. Я бы, конечно, трость прокачал, потому что иногда просто один остаешься, когда тебе труба, когда мана заканчивается в этих. А, вот он. Давай, давай. Не, ну пока ворон лупит, конечно, ну не ворон, а кто-то грифон лупит, он, конечно, хорошо. Так, да, можно как-то добраться? Походу нет пока. Их. А ну, все. Оттуда зашел. Мне прям немножко покоя не дает то, что я тут дерево пустил. Как бы ты еще хитрию, наверное, получил бы с него. It's your turn. Чувак, давай не все, активный. Активный. Все, готовился. Ну, привет, Сос. Привет, собралов. Я не помню, первый раз или уже такое было. Я говорю, было бы больше мобов, можно было бы там все время получить.
Так, вот там тоже синяя сфера. Как добраться до нее? Она там прячется. Можно же? Это не разбить ничего. Это секретка какая-то. Как до нее добраться, я пока не знаю. Мне походу вниз, да? Посмотрим, может здесь как-то можно что-то взорвать, не знаю, разбомбить. Нет. Если надо тут его сделать. Ладно, погнали вниз. Оп. Здрасте. Вроде. А я больше тут никого не вижу. Вот тогда в прошлый раз, когда у меня просто пантера исчезла, может быть, у нее не манна кончилась, и ее просто замочили. А нет, подожди, когда ее мочат, она получается в первую такую собирается, и надо типа возле нее стоять, и она отхиливается. Игорян онлайн, привет. Рад видеть, как настроение. Так, вот снег сфера. Отлично. А ну я, получается, упал, чтобы с другой стороны обойти. Плюс хп, отлично. Так, а двигать мне потом наверх. Окей. Нихера полезно. Quite possibly. Вероятнее всего, его ведь незачем держать Данте живым. Иногда диалоги не успеваешь прочитать, они как-то внезапно начинаются. Погнали месить. Давай, давай, забиваем, а у меня. Бога, мне это тоже мочил. Ну, что ты? Блять, там был сорвал. Твою мать. Давай. Ой, я взял это. Да, я сейчас только обратил внимание, то что я смотрю, у них мана только заканчивается немного. Он пытался убежать что-то. Все. Хана. Ничего больше собирать не надо. Бля, похилиться бы чуть-чуть, конечно, не мешало. Я отсюда, да, вроде пришел. Если бы у нас дело в кимии Спарда, может быть, наверное, смог бы победить его. Как обычно, все вокруг меча Спарда. Почти пришли. Терпишь, Ви.
Но тут ни хера собирать. А подожди. Золотая. У меня их уже много. Сколько у меня их? 10 штук. Прибить. Кстати, вот во время боя там вот этой золотой сферой ты, по-моему, отхиливаешь. Ну, как бы вот решает она тебя. Сколько раз ее можно за бой использовать? Ты в курсе? Я вспомнил, откуда я видел вот этих вот черных обезьян с наглецами. Я тут не очень-то давно летом проходил Алиту, Планет Чудес, вторую часть. Там такие же были, только как маленькие. Под Данте с этими обезьянами тяжеловато драться. Дадим попроще. Ну это тут прям недостаток. Готово. Все? Кончили? Да, грифон не всегда достает до нее. Давай, пока близко. Прямо в купе их надо собирать и толпом мочить. Как раз так по площади бьет. Заебись. Да, я елочку поставил. Поставил я елочку, сейчас скажу. Нарядил я ее, по-моему, числа... Ты никакой, 23-е. Числа 15-го, по-моему, я ее нарядил. Ну так, так нехер делать. Пока свободен, думаю, дай-ка. А вот она пластиковая у меня, как бы, быстро собирается что-то. Ёлок навешал ты гирлянду. Хорошую гирлянду. Дементоры. Нет, дементоры. Подожди, дементоры. Это слово знакомое, я не могу вспомнить, где слышал. Я уже 28 косарей насобирал. Чё, босс файт? Ну да. Попадал босс файт бы. Да, сейчас позвоню. Сейчас то баба быстро, а сверху вывалится босс. Как снег на голову. Ладно, барышня, ждем вас. Ах, ты цыпала. Он хотел свою птицу поймать. А птицу утащил. Подъебывает. Тачка какая-то вообще неубиваемая. Летает через крыши зданий, через стенки пробивается. Там, я не знаю, это пиздец. А в Поттере были дементоры. Точно. Дементоры, по-моему. Так. Или дементоры. 100 лет уже Гарри Поттера не смотрел. Та-та-та-та-та, трость. Не хватает на трость. Грифон тень.
Давай, держа возьмем. 12 косарей. Мощь тени. Так. Что там еще осталось? Мага и энергия тени. Явно не хватит. Грифон. Ничего хочу. Трость полтос. Здесь быстрая игра и... Давай быстро игру. Погнали на босс-файт. Косила она и против дьявольского меча Спарда. Никаких сомнений. На всякий случай. Ну пока я что-то вот... Какая-то девятая миссия, я пока что-то не это... Серьезных боссов не встречал. Аномальный аватар. Никто. Никто или никто не знает. Я забираю его назад. Между прочим, ваш надоедливый культ совсем не радует Спарду. Нет, это нихуя не будет файт. А я думал, сейчас будет интересный какой-то бой. Мобов больше на клоунов, похоже, посылали. Обычно же к боссу так готовят, там, и жизнь тебе подкидывают, и телефончик позвонить. Курточку погреть. Чё там? Не добили еще? Давай, идем там второй. Он там еще и третий. Да, ты сука. Как он меня схватил? Я далеко от него стоял вообще на дерево. Пидорасы такие. Слайд. Он живой, нет еще. Чтобы полежал, потупил. Чтобы его подкинули, он подох. Че это такое там? Какой-то меч или топор торчит? Не могу разобрать. Корням, что ли, этому здорового дерева пришел. Которое было с самого начала игры, видно. А какой хиленький чувачок. Хорошо, мало ел. Значит, у меня ощущение достаточно сил. Почти получилось, буквально чуточку. Упорный ты парень, не спорил. Но говоря откровенно, ну не обижайся. Тот мальчишка Неро, у него силы предостаточно. Говорит умеет. Ну сейчас Неро дадут этот меч, пусть соскает. Ну, нашелся таки. Отпизженный весь. Че он в себя не приходит? Интересно, сколько времени вообще прошло?
я за временем там не следил, сколько дней там. Это то 3 дня раньше, 2 недели вперед, 2 недели назад, постоянное время там скачет туда, какие-то флешбеки у них. У меня даже слов нет, но я... он живой, живехонький. Дьявольский меч Спарда скрывал Данте от взора демона. Вот как можно было быть таким везунчиком, а? Ви. Не-не-не, это, держи себя в руках. Если бы ты смог убить Узрена. Если бы. Ви, нет-нет-нет. Если бы ты не появился на свет, то я бы... Делай этого, Ви, делай. Убить звезда, короче. Но раз Данте очухался, не даст себя в обиду. Вообще не исключено то, что сейчас придется за Данте играть. Он во всех частях Devil May Cry, ты можешь поиграть за Данте. Вставай. Теперь забавенца. Должен спрятаться, Данте, что бы ни случилось, не выходи. Это мамаша его, походу. Мне нужно найти Вергилия, скоро вернусь, обещаю. Я знаю, тебе тяжело, просто послушай. Будь бы большим мальчиком, мужчиной, ладно? Если я не вернусь, беги. Сам, без меня. Возьми себе другое имя, забудь о прошлом и начни новую жизнь. Стань кем-нибудь, кем-то другим. Новым человеком. Вергилий, где ты, Вергилий? А разве нет Парда и его мамашу контрапупил? Чего у нас горело? До этого же вроде не говорилось об этом. Я уже думал, ты меня не на шашлык пустишь. Я знаю, что ты упрямый малый. Решил, что только так получится тебя разбудить. Какое сегодня число? 15 июня. Месяц прошел, да? Данте как будто с перепоя. Неудивительно. Так, спящая красавица, шевели батонами. Пора топать, а то этот прыщ Нера уже несется. Я раздавил тебе кранты, ну понятно. Это моя работа, не вмешивай в нее, Нера. Если бы ты убил Розена, мне бы и в голову не пришло использовать мальчишку. Но Узрен оказался куда сильнее, чем мы ожидали. Ну да, так-то вообще к нему не подойти, к этому утру. 1 месяц назад. Вот я о чем и говорил. То время назад, то вперед, то 2 недели туда, 2 недели обратно. Триш. Это тоское очарование. Ну и вон. Да, уж пахнет говорящим мусором. Горящим мусором. Это куда хуже, чем я думал. Нет ничего зазорного в бегстве, Ви. Тут будет чересчур жестковато для тебя. Правда, дальше дело за вами. Чего-чего? Ты что? Ну ты даешь, Ви. Сколько сюда топали, а теперь ты струсил? Серьезно? А? Предосторожность никогда не бывает лишней. Кто это был? Поверить не могу, что он взял и сбежал. Никто. Забудь. Пошли, пора разгрести эту помойку. Кто первый увидит демона, тому он достанется. Кто-то по-настоящему. Скорее, Данте. Значит, смогу своими глазами убедиться, что это и правда ты. Смена игрока Данте. Выбрать Данте. Уничтожайте врагов оружием и навыки, делая упор на зрелищность истины. Здоровье и сфера останутся при вас, а навыки Данте придется приобрести. Ну, так же, как и Ви. Ви добавили, качай его. Нера, качай его. Ну вот сейчас Данте. Сейчас за пенсионеров будем гамить, короче говоря. И набивать сферы.
классический акс совет. Это вообще не вот. Лучше за классику. Выявим по классике. Так, персонализация. Данте, меч, руки. Давай персонализация. А, пока как обычно ни хера не купил. Была уже такая тема, то что просто вот три сферы и надо типа или как цену посмотреть или что-то в этом роде. Нажмите ЛТРТ, оружие можно менять в любое время. ЛТ, чтобы сменить оружие от дальнего боя. Для смены оружия ближнего боя. Используйте оружие, порядок изменить на крайний персонализм. Ну, ясно. Конечно, стал его прикольный. Че это у него? Ага. Надо поменять этот такое управление. Неудобно мне, когда на квадрат быстрые атаки. Он долгий. Ну, короче. Короче, управление. Вот управление. Ой. Выстрел. Ставим на Y. Так удобно. Не знаю, привык. Используйте вверх, вниз, ну, для смены стилей и B, чтобы выполнить прием стиля. Используйте вверх, вниз, вправо, влево для смены стиля Данте. Нажмите B, чтобы выполнить особый прием текущего стиля. Смена стиля. Прием стиля. Обманщик. С акцентом на мобильный дает больше свободы в бою. Стрелок. Мастер клинка. Гвардеец. По-моему, это называлось раньше в третьей части трюкач там. Трюкач, стрелок, по-моему. Что-то такое. А че они мне копии-то меняют постоянно? Странно, почему-то оружие постоянно переключается. Так, посмотрим стили. Стили, это что у нас? Угу. О, подожди. Разбираемся с управлением, короче говоря. Так, знать бы, где какой стиль у него. Ладно. Почему он сейчас стиль поменял? Точнее, оружие поменял. Я сейчас даже вроде ничего не делал. Просто взял, переключил. Будет хреново, если он будет так вот частенько делать. Нажмите LB, когда... Ну, это понятно. Адская длань, короче. Форма демона. Ну, раньше она адская длань называлась. Почему он, блядь, стиль меняется? Ah!
Ничего, да, не пропустил. Че, это сфера. По-моему, белые сферы там не надо особо собирать. Данте без них, кажется, обходился. Персонализация, вот наконец-то можно будет качнуть что-то. Так, способность, двойной прыжок, сердце формы. Давай мятежника, наверное, качнем. Просто жалко. Почему? У него уже больше было. 1 миллион ударов. Жало 2. Все, что ли? Для атаки у мятежника? Не знаю, по-моему, сейчас не очень-то. Мастер клинка, стрелок, подожди. То есть они сюда это, что ли, перетащили? Давай еще стрелка качаем. Погоди, еще. Всего по чуть-чуть, короче. Дает это. Немножко переделали они все-таки с этими, с инвентарем. Ну как инвентарь, короче говоря, прокачку. Раньше у этой меч можно было взять на таких этих позициях качать. Сейчас только 3, по-моему. Что за колобок? Соник бешеный. Колючий распри, хаос. Погнали. Тут один. О, вот, пожалуйста. Где он? Так, он, короче говоря, когда крутится, он прям на тебя агрится, да? Понятно. Ну, двое. Для начала пойдет. Ну, сейчас все-таки было, наверное, как-то было удобнее управлять. Данте пока не привычен. Так.
Блять, опять же то очень неудобно. Я. Ирак. Ну, это я удачно заглянул. С одного такого дерева считает 3000, по-моему, или пятеро падает. Опа. Так, я, кажется, туда пришел, да? Двигаем вот сюда. Захват цели есть какой? Любом, да, вот тут есть какая-то херня. Почему он постоянно переключает на камеру? Я понимаю, что там мобы, но подожди ты, блядь, дай разбить. Неужели? Можем даже музяку побольше сделать. Мне тоже неплохо высыпает, да почти как дерево. Да ёпта. Ну возьми ты долбани по этому шарику. Постоянно он бьет как-то в сторону. То ли пролетает мимо, я не знаю. Нахера тут все высыпает. Погнали. Данте, конечно, это канон, но все равно V и Nero чуть-чуть поудобнее играть. Ну как бы
более зрелищный, что ли, получается, наверное. Не знаю, может, Данте просто привыкнет там. Он же у нас пенсионер. Так, там секретка, что ли, какая-то? Двигать надо куда? Куда вообще? Да серьезно. Не, наверное, обходить надо. Так, ладно, посмотрим. Тоже ход какой-то. Окей. Причем это просто, скорее всего, комната какая-то, и она дальше никуда не поведет. Ну это, пиноматка, блядь. Падла, блядь, отплатила, ты смотри. Хорош, уже живет меня, блядь, а? Теперь смотри какая. Молодец. Генера ей ни разу звезды не получил. Это мега, блядь, сатана. Пизду ее. Чё она такая жесткая, да? Надо не достать, а? Ну, это типа испытание какого-то мелкого было. Раз фиолетовую сферу даже дали. Я не знаю, может быть это был какой-то пожестче мод, то что, блядь. Раньше эта штука побыстрее как-то убивалась и не сносила, блядь, пол здоровья у тебя. Пройти-то. Тут кишка отсюда. Подожди, я запутался. Так, раз проход. Только что же был еще один. А, шар такой. С одного угла обзора, да, кажется, как будто это проход такой. А ну нет. С ума сойти, они уже здесь. Дамочки-то работают оперативно. А, он про Триш и эту какого, леди. Вообще, ну, как бы разрабы не парились. Как бабу назовем? А давай как-нибудь, леди там. Бля, вот это неудобно, не могут. Вот один. Сука. Там. Оп. Сейчас полетит. Оп. А хер знает, то ли из-за этого повсюду мочить. То ли ебучий. Нет. А чё, они между собой бьются? Или он просто не бьет где? Блин, то один владеет, то второй. Давай, давай, добивай его. Как он где-то защищается? Не
Да я в прямом к ним подойду, они крутиться начнут. Эх, вали. Твою мать, быстрее. Гальчук, привет. Спасибо за поддержку. Рад, что зашел. Так, мне. Эй. Да. Это пока вообще, ну, Данте, по-моему, не очень выходит. Это вызывает озабоченность. Соответственно, и ранг будет меньше. Качать его будет, соответственно, сложно тогда уже. Босс файт. Кстати, давно боссов не было. Третья и четвертая частях там постоянно их было до хрена как-то, ну то есть... Почти каждую миссию были какие-то боссы, подбоссы, там еще что-то. Как-то... Пока нет. Горячее безумие, адский пироман. Ну этих со стола мочить по-любому. Гладенками напала, блин, идет. А вот она опять. И на то красные глаза не стала. А вот тут и пизда попала, да? Блять. Нет, смотри-ка. Не так сшибает, но все равно. Луки там хорошо. Ебаный богомол, блядь. Сферу подберем. А идти вообще куда? Куда идти? Я отсюда пришел. Блять, или отсюда я пришел? Просто запутался. Сфера. Шел. Где-то 12-го, 10-го. Я туда не пройти. Ошибись, все закрылось. Что делать? Блять, опять эти кривые по врагушке начинаются. Твою мать. Да ёбаный ты в рот. Ты серьезно? Сука.
Вот о чем я говорил в начале стрима, то что, блядь, в некоторых местах они сделаны очень криво, эти платформенные составляющие. Ну, типа, попрыгать надо тебе немножко. С очень жопной камерой, блядь, и не очень поворотливым персонажем. Сука. Блять. Чё за хуйня? Придурок это придумал, а? Неужели? Добрался? Слава яйца. Даже залезать в другое место неохота, потому что я потом могу просто не выпрыгнуть. И Мика Банши, привет, спасибо за лайкост. Так, а двигать куда? Эй, ага. Что там горит постоянно? Взрывы, блядь. Кстати, опять та же самая локация, я чё к этому демону, как его бегу. Которого он недавно так, не так давно пиздюлился. Тихо, 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 аккуратненько. Так, а теперь куда? Куда прыгать-то? Эй! Нет. Наверх. Наверх получается он. Сейчас он наемница. Вот-то вроде один получается. И все-таки два. Сейчас попробую с этой ракухи запрыгнуть туда. Так, погиб. Ага. И все, вроде. Блять, опять прыгать. Ну серьезно. А что, в третьей части это дело бесило? Что вот здесь? Неудобно сделали. Давай, куда? Куда? Куда прыгать? Ну ладно, пойдем. И так сойдем. Дальше. Да, я уже близко. Чувствую его. Говорит, его конфирм. Так. Их силы-то вроде особо не нужны. Давай, член на битву. Да, вот эти пацаны со щитами, короче, они там напрягают вообще. Иди сюда. Ох ты, как он мне треснул так хорошо. Пошли нахуй. Бля.
Давай, давай, давай. Ты пробьешь. Минус один. Тихо. Добиваем. Добиваем. Да, суки. Какая камбурка вроде веселая сорвала. Давай, 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 тихо. Что он мне теперь пиздюлей-то раздает, а? Все, ты сдохнешь, мы сгадаем. В этом плане Данте чуть-чуть получше, в плане Данте, что он притягивается. Либо сам притягивается, либо просто притягивает моба к себе. Этот так не делает. Ну давай, давай, давай. Да? Добил. Но я вижу то, что сейчас там впереди хилы есть. Есть хилы, можно прикупиться. Что-нибудь купим. И качнем. Угу. Не шибко меня отхилили, кстати, сказать. Давай глянем персонализацию. Так, способности. Прыжок от врага. Нет. Нужно больше сфер радиозубора. Как с провокацией. Полноценный бег. И обязательно. Второй прыжок, да, пока тоже, по-моему, не, это, не обязательно. Форма демона медленнее расходуется. Давай что-нибудь отсюда возьмем. На пламя не хватает. Вот так, на сдачу чисто. Мед пока брать не будем. Я думаю, это будет босс, то я думаю, можно его пройти, все-таки середина игры, не последний. Чтоб прям сферы покупать. О да, знакомое чувство, это точно. Ну да, приперлись к боссу. Леди пиздюлилась. И вторая летит. Нормуль. Бабы всех раскидал. Well, well. Okay. Так, так. Хвала владыке дерьма и вони. Впечатляет. Браться с двумя самыми опасными особами на всем белом свете. Я знаю только одного парня, которому это под силу. Джекпот. Джекпот. Данте. Погоди, что за джекпот? Его джекпот зовут? Я не помню такого перца. Вот.
Как его мочить-то, блин? Опять то же самое. Я его убью, ни хера не происходит. Только сцены срабатывают. Я должен действительно по сюжетке просто пизды получить. Херак и все. Мера приперся. Ну, с чего игра начиналась, собственно. Очки стиля Б. Ну такое себе получается. За Данте, короче, играет. Ну а чё делать? 12 июня, 11.02. Нера, наша последняя надежда. Казался совершенно бесполезен. Бил, уводи, Нера. Дурацкая была идея. Уводи, Нера, только путаешься под ногами. 16 мая, месяц назад. Опять месяц. Это я как-то путаюсь под ногами. Вот урод. Никуда я не пойду. И меч сломали Данте. Вот она, сила. И он снова в демона превращается, когда другой меч берет. Дьявольский меч Спарда больше не имеет значения. В моих замыслах уготовано место для вас обеих. Отныне ваше существование будет питать мои силы. Блаженны те, кто служит столь высокой цели. Вольфрам, ты вернулся. Спасибо, кто вернулся. Ладно, передохнули будет. Это работа не для мальчика, а для мужчин. Эй, постой, я еще не все сказал. Okay. You get some так, rest. Отдохни, пак. By the way, кстати, похоже, за мной должок. Dark Scorpion Play, привет. Спасибо за лайкос. Дьявольский меч Спарды. Подожди, а разве он под... Разве это не катана была? Демонический меч Спарды, которым рыцарь гнал владыку демонов Мундуса. Подожди, меч Спарды же вроде он у Вергилия был, разве нет? В третьей части, по-моему, они же с ним бились. По-моему, такой расклад был. А таких мечей я не помню. Что там, Данте? Персонализация, давай что-нибудь качнем. Скорость способности. Так, меч прокачан на 100%. Ага. То есть мой меч раздолбали, и зато мне дали другой. Ну, давай тогда. Тогда. Че? Вот так. Больше у меня что особо-то не хватит. Балрог, по-моему, тоже по-другому как-то назывались там, то ли... То ли руки какие-то, то ли что-то такое, блин. Обманщик. Не, обманщика качать точно не буду. Я помню то, что и в прошлый раз я никогда не пользовался. Вс,
Все, больше ни на что не хватает. Вергилия Ямато. А, точняк, Ямато, Ямато. Ямато, подожди, а... Меч Спарды, что-то я не могу вспомнить, как он выглядел. По-моему, по-другому. Я правда, хоть убей таких... Таких мечей, не помню. Третья часть я помню, у него нунчаки были. Потом огонь со льдом, два меча, вот я часто ими пользовался. Доспехи, то, что сейчас на нем, ну, появляется вместо второго оружия. Волгор там это написано, но, по-моему, там как-то по-другому называлось. Вот я ими пользовался, но, по-моему, очень редко. В основном я пользовался вот этими двумя мечами, огонь и лед. Иногда нунчаками и иногда обычно дефолтным мечом. Я как-то этого хватало. Давай, проходи по одному. Я почти всю третью часть, короче, прошел вот с этими двумя мечами и обычными пистолетами. Ну, как вот эти. Не вот это вот. Я, вот эти. Они как-то просто пошустрее стреляют, мне больше всего нравится. Так. Мне наверх куда-то тут. Да не совсем. Короче, будем потихоньку, так понимаю, забираться, да? Главное ничего не пропустить, все вот эти ништяки, которые собрать можно. Сейчас будем по малинкам скакать. Всю игру вот эти корни куда-то ползут, блин. Это что, они так на графике, что ли, пытались экономить? Просто эти корни повсюду. Не буду хилы брать. Мало ли кто сейчас из мома покажет. Некоторые мобы просто лежат, короче, пока ты в них опять стрелять не начнешь, тогда они двигаться начинают. Да, ёпта. Я не хвалил от меня.
все, можно теперь хилы подобрать. Тихо. Да. Вот не ебнулся. Не люблю я руины, предпочитаю шумные города. По-моему, где-то в середине четвертой части там нужно было частенько по руинам тоже скакать. Я знаю, вниз мне или вверх. Ну-ка глянь. А мне туда. Давай вниз тогда. О, пожалуйста. Это я обычно зашел. Надо будет походу двойной прыжок качать, чтобы попадался не было. Опять геморрой, придется немного пошалить. Парыч, давай пошали. Я так и думал, то что сейчас середина здания ёбнется. Ах ты, блин. Не успел рассмотреть все нормально и поторопился. Я уже путаться начинаю. Что делаю? Я так понимаю, надо все, да, опустить на место. Сейчас еще третья часть здания вроде будет. Я вот вижу красную сферу, синюю сферу. Я тут топудово надо взять. Так же за сферу, да не попиздись. Потом уже успел долбануть спину, знаете. Смотрите, еще здоровье какая-то падла отняла. Ну давайте приземляйся хоть. Погнали. Стрелся. Отлично. Так, теперь надо вообще внимательно, короче говоря, посмотреть, не торопиться, не... потом я сейчас без ништяков останусь. Допустим. Сюда можно куда-то прыгнуть? И разбить ничего. Отлично. Этому делу мы соберем. Ну и все, и... хлопаем яйца, короче, и погнали третью часть опускать. Странно, но упала середина еще раз. Как Тетрис. Да, можно как-то подпрыгнуть. Да, смотри. По-моему, да, вот здесь. Тихо, тихо. Главное не ёбнуться. Да ёб. Ну, чувак. Я понимаю, что там... Давай. Нет, нет, да какая-нибудь падла не дает сзади, блядь. А? Смотри, какие. Да?
кончились, идти никуда. Куда? Ну, сейчас я еще здесь осмотрюсь получше. Понятно. Все понятно. Чувак, давай. Ну и покидали заодно, да, маленько. А где боссы вообще? Почему это так мало? Это хоть будет боссом? Нет, это тоже не босс. Командир Орды Демонов, Паски Джудика. Джудика. Давай, Джудика, получайте изделие. Да, она так делает. Зачем так делает? Я так понимаю, то, что она идет. Чуваков будет спавнить, пока я ее не ловлю. Бля, поебал, эти зерка уже. Неужели попалось, блядь, на атаку? Тут же исчезла. Не знаю, попадаю, нет. Где такого? Пассивный моб. Долго ее кромсать пришлось. Ладно, хоть подхил дает. Вроде все, да? Ни секретов, ничего. Ок. Up we go, I suppose. Seems что ж, наверх так наверх. Похоже, это кратчайший путь. Петушку эту возьмем. Well, that's gonna collapse. Сейчас обрушится, ну вот, очередная главная боль. Подождите, здание. Так, это по-любому будет длительный замес. Не одолею, я смотрю. Да. О, конкретно бомбануло. Эх, не вижу. Там его некогда крутили. Тихо, тихо, закрой. Пистолеты сейчас как автоматы начинают ловить. Походу то, что я качнул тогда. Давай, иди сюда. Ну
Так, долбанёк. Валить надо, да? Ну, да, вроде. Мочи, мочи, давай, давай, давай. Мы это так подсорвали. Да, это вообще лох подальше. Сейчас он возьмет, получаем, и все. И тогда эти мобы закончатся, первое, знаешь. Ох ты, блядь. Одного уклонился, а то второй долбанул. Давай, 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 добивай. Ты может опустишься, нет? Да, опустилась, блядь. Спасибо. От сферы отойди подальше. А сейчас долбанет. Блять, я и сферу взял. Мою мать. И конец. Перестали атаковать. Все. Летаю. Из 4 осколков можно собрать кристаллы, увеличивающие шкалу здоровой формы дела. Ага. А чё такое? 3,5. Даже 3,75. И не целая такая. Видимо, он недостой. Так, и как вот эту хреновину то взять? Низ-то падать не очень хочется. Ай, блядь, я случайно. Странно, но нет, почему-то туда идти. А все, пиздец. Я еще и туда не вернулся. Ну сколько можно? Я только проснулся после здорового сна. Да ладно, тебе жаловаться-то. Блядь. И почему он сейчас так быстро не стреляет? Она типа заряженная как-то выстрел делает. Там как с автомата долбил раньше. А, вот теперь. Ну-ка, подожди. Странно. Так-то получалось прикольно, а сейчас что-то не особо прикольно выходит. Так, что тут у нас? Способности. Двойной прыжок. Да, придется качнуть. Чтобы добираться до всяких неких. Все, назад. Придется качать двойной прыжок, чтобы добираться до всяких секретов, если они будут попадаться. Да и вообще, в принципе, местами можно много куда забраться. Подожди. Где это двойник? Он есть? А, вот он. Давайте босса уже, ребят. Такого большого. Oh, they're just gonna let me through. Ух ты, они просто дадут мне пройти. Ага, когда рак на горе свисит. Окей.
это, мотоцикликов запустил. Ты дурак. Ты что делаешь? Ой, этот чувак на коне был. Конечно, Хэллоуин. Спарта, говорит. Я костюмчик тебе не велика. Я-то думал, у тебя вкус получше. How about I take it in a little? Может, покоротить немножко? Кавальерия Анжо. Электрический темный рыцарь. Босс, ну наконец-то. Я еще будем атаки учить. А вот зерка прикольно лобает. Рожачок такой. Сейчас долбанет. Так пак жопу ему надо, да? Ёстная жопа. Чувак. Это заканчивает. Ага. Болит нога. Ну да, надо килиться. Блять, только хилов взял, тут вот не получил. Ну дела, только. Ах ты, блядь. Попадает на него атаку и походу сразу стопорится, как бы я это не могу нормально уклонение сделать. Блядь. Куда он делся? Заебись. Ты за вторым хилом. Дай-ка демона, мол, понятно. Ах ты. Сучка. Ладно, я хотя бы отхилился немного и ему пизды он давал. Ух ты. Иди сюда. Не шагу назад, только атакую. Заебал ты исчезать, честное слово. Короче. Это трансформеры бьются. Он там напоминает. Заебись ты. Блин, не может. Бегу, нехуй останавливаться даже. Все, покойник. Даже вы не говорите, что он сейчас еще в этот как он, в мотоцикл соберется. Там телка для этого не стриж. Какой-то мегабайт. Просто традиция аниме. Ну, кажется, укоротил чуть больше, чем надо. I've been better. Бывало и получше. Немного обнаженочек. Данте, that demon. Данте, это демон. Think about it. Даже не думай, отдыхай. Данте. Данте.
Take care of Trish for me. Так, уйди за Трish. Данте, wait! Данте, стой! Да, мозг козырный. Палкой его пропердолит. 15 июня, 11:40. Вот, рогожку нашли. Выспалась. Данте's left. Данте уехал. Да. And I don't think he can win. Я и не думаю, что он не может победить. What was that demon, V? Это был за демон, V. Откуда он взялся? Where did it come from? Urizen is not a demon. Urizen не демон. Я это точно знаю, потому что сам из подземного мира. My God. Боже мой, что ты такой? What are you then? It doesn't matter. Неважно. Я лишь тень себя прежнего, ибо я потерял все. I will tell you. Я расскажу тебе историю моего рождения. Время охуительных историй. Но я думаю, ему обязательно дадут слово, и он обязательно расскажет, кто он и что он. Но это будет тянуться, скорее всего, там, я не знаю, миссии до 15, наверное. До, не знаю, сейчас, наверное, 15. Миссии до 20, наверное, я не знаю. Но это вообще они кота за яйца потянут, поддержат в напряжении, чтобы, короче говоря, было интересно. Кто же все-таки такой Ви и каким макаром она относится к подземному миру? Так, Пилы, рассекающее зло, кавалерия, часть кавалерии Анджела слилась с мотоциклом, породив парные клинки с рулем вместо рукояток. Окей. Многие атаки кавалерии наносят длительный урон за счет вращения колес. Проводите атаки одну за другой, используя колеса, чтобы раскрыть максимальный потенциал этого оружия. Говорили, это получается Данте дается. Это на мотоцикле будет рассекать. И мата. Про это. Про катану. 1 мая 11:19, несколько недель назад. После череды поражений тело того человека исчерпало свои возможности. Оно разрушалось. Но человек еще не мог умереть. Перед ним стояла задача, которую надо было выполнить. Победить брата-близнеца. Кто бы сомневался. Но же меч-то еле достает. Данте. Дантес. Домой приперся. Серьезно. Пола в звездных оков ледяной кости мои пронзил. С такой слабой плотью и чувствами он был не в силах одолеть вашего брата. Оставалось только одно. Отделить человека от дьявола с помощью силы Ямато. Временем этот человек стал настоящим. Я пытался поддержать свою распадающуюся плоть остатками былой демонической силы. I'm approaching my limit. Но даже это больше не в моей власти. Отделив и вывернув свою человеческую душу, я познал всю тяжесть совершенного мной преступления. Я осознал, насколько важным было все то, от чего я избавился, пытаясь утолить свою жажду власти. Значит, поэтому ты отправился на поиски Данте? Да? Да, глупо. Я думал, может быть, он сможет изменить, поправить.
Maybe right, my wrong. Спай, содеянное мною. Tell me. Скажи. Was this fool before you, right? Прав ли был то этот глупец? I'm not your mommy, Ви. Я тебе не мамочка, Ви. Ты же голая тёлка. Тоже был большой мальчик. And you need to see this. Ты должен пройти этот путь до конца. Ну вот, списки покажу. Закончил войну, Данте. На модике сейчас всех раскидачит. How's that for road rash? Отличная поездочка. Он, если я не ошибаюсь, мотоцикл разделил на две части и им начал пилить. Но, кстати, странная фигня. Если Ви это разделенный Вергилий на две части, то есть демон отделился от человека. Он же был, они же оба, получается, Вергилий и Данте полукровки. Вот, если Вергилий наполовину демон, он отделился, стал одним демоном и одним человеком. Получается, Ви, он не должен быть, ну, каким-то, обладать какими-то способностями, разве нет? Ну, просто, по-моему, это как-то логически немножко не вяжется. Давайте, наверное, пойдем на 3 минутки на перекур. Не разбегайтесь. Сейчас минуты через 3 продолжим. We'll be right back.
ну что, погнали. Ища, 12. Сразу в драку. Похоже, что вроде. Мотоцикл, штука прикольная, я знаю. Еще есть кто? Да, ладно. Он еще живой. Он давно умер, а я еще рублю его. А, Джокер, привет. Спасибо за лайкос. Че это за курва? А, это этот. Бафомет. Че он тут закрытый? Зачем его в эту херню посадили? Да все в сеточку. Валим, валим, валим. Я проезжаю мимо, короче. Периодически внимание. Я в воздухе-то начал крутиться, зачем? Они уже раньше в воздухе-то не крутились никогда. Херак. Отхилимся заодно. И сделал за кадром. Короче, походу загадки, да, начинается. Так, вот здесь нужна личинка. И еще. Ну, давай. А, ну вон еще вторая личинка нужна. Давай изучим, что это такое. Четыре направления. Blood, huh? Что, кровушки хочешь? Извини, моя тебе не понравится. И все. Странно изучил он. Одна только заполнена. Видимо, во вторую нальется отсюда. Не исключено. Тут в канаве засохшая кровь. Вот значит, как наполняются эти пруды. Ну, погнали дальше. Так, еще одна личинка. Точнее, вот откуда брать одну личинку. А вторую пока неизвестно. Фазерлайт, привет. А чего не киберпанк?
Слушай, а я тут, короче говоря, посидел, поиграл в побочные миссии Киберпанка. Он мне наебнул сохранение. Игра начинает глючить конкретно. Некоторые миссии не проходятся, потому что там то персонаж начинает просто бежать назад. То еще какая-нибудь херня. Я не знаю, пока... Может быть, пока не буду его стримить, так что... Я еще подумаю. Может, подождать, правда. Пускай доделают уже нормально, то потом играть. Че, как изучить-то эту херню? Давай сюда личину составим. Я тут сегодня ночью в Киберпанк тоже играл. Побочная миссия. Я не знаю, доходил ты или нет. Там нужно было мужика одного поймать на тачке, и он решил выпилиться, распяв себя на кресте. И там эта миссия настолько забагована, то что я ее раза 4 проходил, у меня дважды игра вылетала. И раза 2 у меня 2 были попытки просто на тебя летят машины, они падают сверху, с неба. Ты врезаешься просто в объекты, которые не существуют, пока едешь за этой тачкой. Потом останавливаешься, он подходит к мусорам. И бывало такое, то что у меня там один раз менты просто упали с неба на меня. Где-то человек 8 ментов начали стрелять одновременно. Я пока не знаю, какое это дерьмо нормально играть. Местами даже просто сил не хватает. Ну, точнее, нервов. Ну, они обещают патчи в январе и в феврале, по-моему. Вот вышел патч 1.05. Я посмотрел, пока без изменений. То есть там даже местами настолько плохо действует искусственный интеллект, он просто стоит и пялит в стенку. Во время перестрелки останавливаются. Ну, местами даже просто играть неинтересно. Да жопа полная, короче. Я не знаю, пока игра не особо играбельная. Я так иногда вне стрима запускаю, пройду пару миссий побочных, которые не очень интересные. Типа там попиздеть с этим, попиздеть с монахом, посмотреть у него видеоролик. Таких 4 миссии есть там. Просто ты катаешься с одной точки карты в другую и встретишься с монахом. Вот. Так иногда он запускает, а в чате играл поиграть. Я вот сегодня, допустим, ночью сидел с трех часов ночи, играл до 30 утра. И днем я запустил игру, думал, дальше посмотрю. Что-то я там хотел, по-моему, одну или две миссии каких-то пройти, тоже побочных. Я ее запускаю, короче, и у меня оказывается то, что ночью я играл просто так. Сохранения нет. Он просто взял, блядь, их и снес. Нет, я не на консоли, я на компе играю. То есть на компе тоже говно творится. Просто чем дальше ты заходишь, тем больше глючит игру. И еще и на консолях, и на ПК есть такая фишка. Если у тебя, короче, сохранение весит больше 5,5, по-моему, мегабайт, если сохранение твое весит, то у тебя просто игра может его не воспринять. То есть просто заглючить на ровном месте. Я давно буквально об этой хуйне прочитал. Yeah.
так начистили через эту хуйду. Как ты добраться от этого? А вот. Эти фуртовки плавится за этими воротами. Так, дороги тут две получается. С одной стороны я прицел, вторая открыла. Я вроде пока норм, есть мелкие глюки, но ничего критичного. Game over первым. Привет, Юль. Лайчонок с мандаринкой. Спасибо за лайкос, ребят. Мало ли, кого-то не поблагодарил. Всем спасибо. Есть глюки, но у меня глюки были практически сразу же, как только я запустил. Но местами она просто глючит, блять, неимоверно. Кстати, Митяй не проходил вот это вот задание с президентом и его женой, то что у них там типа в головах кто-то копается. Кто-то из корпоратов или кто-то там. Каких-то там, кто-то за ними типа следит и им указывают, что делать. Захожу я, значит, в здание, начал с этой бабой пиздеть. Та берет, раскидывает в руки стороны, и у нее начинают, короче, пальцы загибаться в обратную сторону. Я сижу в ахуе вообще. Что за хрень происходит, блядь? Это пиздец. Yep. Не знаю, может быть, правда ее глючить начинается. Чем больше ты ее проходишь, тем ее больше грудь липается. Причем начало вот самое, то есть пролог там и все такое, вообще без базара, все нормально проходится и как бы даже интересно, а потом вот просто какой-то трешак творится, ну, безумие вообще. Идешь в ахуе, думаешь, то ли это действительно разрабы так придумали, то ли это, блять, это глюк такой. Ну вот то, что я про машины рассказывал, которые с неба просто валятся. Либо происходит какой-то, ну, рышак в плане том, что там ты врезаешься в какие-то объекты, короче, по которых просто ты едешь на машине, и, ну, как бы есть, как сказать, анимация, есть удара об какой-то предмет, но самого предмета не существует, его как бы нет. Машина бывает погружается прямо в тебе. Ты едешь с бабой, там есть одна миссия тоже побочная. Ты едешь с бабой, хлоп ты. Ну, я там просрал, короче, меня убили. Я очутился внутри этой бабы. Я видел ее грудные яблоки с обратной стороны. Скальп ее, блядь. Это пиздец. Что такое? Здорово, ёпта. Безумный хищник, ярость. Ну охуеть. Жути какие. О, он еще и прячется. Где он? Где ты, петушняк? Да, видимо. Стволами его особо не достать, да? Я хотя бы пизделец пришел. Где он? Оделся. Может, далеко не отходи. Гоняться еще надо. Баргеймер, привет. Спасибо, Митяй, спасибо. Хорошей дороги, раз домой поедешь. Так, кто такие? Это со мной идти куда?
Вон туда. Пешка. О, great. Crossroads. Вот чудесно, перекресток налево пойдешь. Да, я помню загадки в третьей части были. Надеялся проследить, куда ведет Жилов, но эти ребята, как всегда, все по. Так, вот там вижу пеньками. Получится пройти. Не пускает. Не пускает камушков. Печалька. Смотреть там не успел, да. Этот на какой-то замес подкидывает. Иди сюда. Давайте, есть еще кто? Блин, почему так быстро кончается, когда я только кураж покажу? Иногда бывает буквально 2-3 моба, а я пиздюливаюсь, как будто их там 15. Как не достать? Вот так, уже лучше. Пойти назад. Да, позырим. Да, пройти. Так, тут еще какая-то красная жижа. Я так понимаю, 4 желоба надо ебнуть, чтобы, короче, было нормально. Или 3. Одна вроде хреновина была заполнена, а вот это второй и еще один, да? Сейчас он проход, по идее, должен открыть. Я все равно, может быть, тут какие-то загадки будут интересны. Парочка загадок все-таки была. Не стоит заставлять его демоническое величество ждать, надо пошевеливаться. Третья, четвертая часть, все-таки, ну, иногда загадки попадались интересные. Посмотрим, может, здесь тоже был. Было бы прикольно. Достану. Ну, достал. Вторую. Еще лучше могли их зацелить. Черный. А, что-то вообще высохло. Погоди. Так. Прям, а вот как раз. Синяя сфера появилась. Это хорошо. Осколок. По-моему, это третий, да? Давай. Так. Где-то тут я дерево еще видел. Ладно. Надо будет мотоцикл, я думаю, подкачать немножко. Это, ну, такой, вроде как забавный. Вокруг себя бьет. Я это могу как-то разрушить?
целился не в то. Нет, не в то, они не могут меня ебать. Давайте все сюда поближе. Давай, давай, давай. Кто они как раз зацепит? Главное, чтобы кто-нибудь крутиться не начал, по мне наведут. Сейчас встал так тут? Ну где он? Да, взял вот так вот порвал, но видишь, твою мать, далеко взял, он летел и пиздец. Первого. Так, как раз это четвертая штука. Это вы как-нибудь, да? Долбануть. О, пардон. Как раз про нее забыл. Вовремя увидел. Огонь. Так, скрип не сработал. А где еще? Как раз. Золотая сфера. Золотая сфера, золотая. Готов? Тихо. А вот я почему и тяжело об этом не видел. Потому что они были выше. Получается, один над другим идет. Ну все, четыре хреновины. Какой-то путь должен открыться. Кажется, с ними покончим. Давненько я так мозги не напрягал. Чуть там мозги-то не напрягал. Подумаешь, несколько этих разрушил и все. Кстати, там какая-то секретка же была. Точнее, не секретка, а просто какая-то комната, куда нужно было личину все запихать. Вон он там. Сейчас посмотрим, что там внутри. Давай, Сезам. По кругу, да? Нет, смотри-ка. Давай, кричи сюда. Смотри. Давай, давай, давай. Вот эти еще нацепить было бы прикольно. Не вижу ни хера. Он там? Да. Он просто выпили делать. Один там, что ли, зарифтовался как. Давай, заходи, блядь, он сдох. Да? Немножко. Немножко красных херами.
Осколок. Это куда-то ведет. А, ну это получается по кругу как-то. Я не знаю, короче. Это, по-моему, выводит. Пока не знаю. Мне явно к этой статуе надо. Где я только что... А, вот заливал эту херню. Так, и чё, просто вниз падать? Джеронимо. Я там думал, высота неебическая. Тихо, погоди. А третью часть любили тут. Теперь их как-то разрушать надо. Третью часть они просто висели и как-то было долбануть. Навевали вспоминать, ну да, да. Насчет третьей части. Брейк. Тут она? Нет. Где она находится? Это реально не могу понять. Вот она. Понимаешь, что она где-то вот рядом над головой, а где конкретно, непонятно. Право, слева. А тут знак, но я опять не вижу, не вижу, с какой точки типа на него надо посмотреть, чтобы он заработал. Вот тут все вместе. Это хрень, а где эту точку везет? Первый раз эта точка была прям очевидна, а сейчас я не знаю где. Уже третий, по-моему, или четвертый знак я такой встречаю. И откуда его запускать, я не знаю. Целая мечта. Привет, привет. Рад, что зашел. Как настроение? Спасибо за лайкос. Вот эта миссия, я так понимаю, уже подлиннее стала. Предыдущая. Уже прям какая-то длинненькая в стиле My Cry. Канализация. Ну, сейчас либо босс будет, либо просто конец уровня. Так, 27 тысяч. Тыш. Дьявольский спарда прокачан. Это дело... Нет. Кавалерия. Так, кавалерию качнем. Так. Тоже. Ну и все, да? Да. Заряженный выстрел поет. Панч. Смотрим, что можно. Есть что-то? Нет. Что там? 3 миллиона было? Хренась. Что за провокация? Ранг стиля сильнее обычного. То есть это... Ей, ну, как бы, ей, походу, надо уметь пользоваться еще. Провокация. Так, больше ни на что вроде, да, не хватает. Только вот на... Пойдет. Holy shit.
Охренеть, поверить не могу, что это все еще не обратилось в пыль. Он домой опять приперся, что ли? Давай сейчас рассмотрим все эти херни. А, понятно. Невидимые стены. От сцена с Вергилием. Вот ты где. Hey, what's wrong with you? Эй, что с тобой? Hey! Эй! Hey, Dante! The demonic power was activated. Однажды во мне пробудилась демоническая сила, когда Вергилий с любовью вогнал мне в грудь вот так. I always wondered. Я всю жизнь гадал. Зачем отец дал мне мятежника? Okay. Так, что ты там бормочешь? За все эти годы меня чем-то только не кололи и не резали. Но кто бы мог подумать? Всем больной. Нам демонам надо уничтожить. Потом себе брюхо споришь. Я помогу, если что. Это они самовыпиливаются постоянно. Если Ямато может отделить человека, что это как? Я знал, что тебя не так просто не убьешь. Hey, эй, оставлю его на тебя. Молчи, только на этот раз. Привет, Данте, привет. Я буду членами биться. Новый легендарный дьявольский меч. Дьявольский меч Данте. Теперь он может себе мятежник в любой момент поставить. Это прям боже какой-то. Та-да! Дьявольский меч Данте. Клинок, появившийся на свет, когда Данте поглотил мятежника. Оружие названо в его честь и подвластно его воле. Это оружие наследует все базовые черты мятежника и дьявольского меча Спарда. Нажмите B в стиле мастер клинка, чтобы призвать мечи, которые атакуют сами по себе. Используйте мечи, чтобы показать демонам, кто главный. Активируйте форму демона, используя это оружие, чтобы призвать мечи, действующие в зависимости от стиля. Они могут повысить подвижность, применить одновременно атаку, а контратаковать и защищать вас. Попробуем. Эти раунды махнутся. Удерживаем B для смены шкалы на шкалу ПГД. На шкале ПД появилась новая шкала. Шкала формы демона Грехка. Чтобы заполнить ее, перемещайте заряд шкалы формы демона, удерживая ЛБ. Полностью заполните шкалу формы дьявола грешного. Чё-то так, паля, идите в жопу, короче, с этой хуйней. Берешь и пиздишь этого мудака. Прямо вот это мэра. Я помню хотя бы где еще один, да? Погнали его месить, короче. Ну и все. Ну и ведь вот босс. Сколько времени прошло, до тебя никак не дойдет.
Это не ворон, по игре это грифон. Это ты не понимаешь. Опять флешбеки. Началось. Симпатичное деревце. Герой как плотик. Такой плотик. Все хорошо, Валя, до свидания. Деревце рассердилось. Взяли все дерево, поломали. И порт представляет со всей своей мощью. Это та самая случайность. И ушел. Ничего не меняет. Тю-тю. Да, он пропал. Смотри, такой все забрызгал и ушел. Двери хлопнул. Чиканул, наверное. Ранка. Well, смотри-ка, все целые и невредимы. I'm just gonna double check. Хочу сама проверить. Hey. Эй, куда этот мусорный бок подевался? Чего добивается Уризен? Он на вершине припора. It's the other way around, Данте. Тут все наоборот, Данте. Мы находимся на нижнем уровне верхушки Клейпода. Человеческая кровь — это источник демонической силы. Плоди, порождаемом Клейподом, концентрация этой силы гораздо выше. Вкусивший плод обретет невероятную власть. Даже всемогущий Мундус воспользовался им, чтобы стать владыкой. Вив мне все рассказал. Да, захватывающая история, правда. Но главное, мы знаем, где он. Ого, да вы же тот самый Данте. Это я, Николетта Гольдштейн. Знакомое имечко. Моя бабушка Нелл Гольдштейн. Оружейница, которая сделала все эти навороченные пушки. Что висят у вас там сзади? Ага, вот она, гляньте. You don't much look like her. Не больно ты на нее похожа. Да? Я пошла в папу. Собственно, только у него и не перевела. Но я изучила его записи и смастерила вот это. Кстати, это подарком в честь нашей долгожданной встречи. Шляпу, серьезно? Блять, серьезно, нахуй, ёбаный ты вот. Зачем это надо было делать? Знаешь, как это отсылка на Майкл Джексон? Wow! Yeah! I'll take that. Dante, I'm gonna go too. Why don't you sit this one out? Может, ты садишься в этот раз, чтобы не ползать под ногами? Но уж нет. I've got all the power I need. У меня есть все, что мне нужно. Взгляни сам. You don't understand. Ты не понял меня. Не в этом дело. Let him go, Dante. Пусть идет, Данте. Time is a luxury. Мы теряем драгоценное время.
We must chase after him. Нужно бросаться в погоне как можно скорее. What? Does that mean you're going too? Неужто ты с нами собрался? Я должен пройти этот путь до конца. Well, that's all you had to say, Mr. Что, впечатляющий аргумент, господин поэт. Я пойду, а вы двое, так сказать, для достижения великой цели. Я один пойду, вы двое, идите. Это Вита уже и совсем херовый стал. Алхимический наряд афериста. Доктор Фауст. Шляпа, поглощающая красные сферы для особых атак. Способна дать много красных сфер, но следите, чтобы запас сфер не иссяк. Она способна дать много сфер, но смотрите, чтобы запас не иссяк. Странно. С обучением. Атаки доктора Фауста поглощают красные сферы. Для проведения большинства атак требуется достаточный запас сфер. Число поглощенных сфер отражается в правом верхнем углу экрана. Всегда следите за запасом сфер. Навык «Красивая шляпа» доктора Фауста. Блядь, ну это же отсылка на Майкла Джексона. Ну серьезно. Позволяет заработать множество красных сфер. Поразите врагов шляпы и атакуйте. На Сеге была игра Майкл Джексон Moonwalker. Там он всегда этой шляпой кидался. И ногами пинался еще. Так, Нера, Ви. И Дант. Давай за Нера. Данте что-то как-то так себе. Способности. Синяя роза не хватает. Королева. Почти все. Акселератор без дьявола. Хер знает. Давай такое возьмем. Одну. Снаряга, предметы. Так, попробуем. Предметы, синяя сфера. Хватит мне на это. Разработчики были влюблены в певца Майкла Джексона. Ну, я не знаю, может быть, конечно, это какая-то дань уважения, но игра вообще не про это. Зачем это делать? High road's out, so I'll take the low road. Надо как к примеру, знаешь, там в игру про чужого Микки Мауса включить, как бы то. Что-то вот в этом районе. Не знаю. По-моему, это ни к чему-то. Хор клеветы. Лисичие. Лисечие. Не знаю. Очередной мод какой-то. Я через полгода не играть, он хотя бы притягивает. Рассыгивает. Мобов. Либо притягивает их к себе. Там тоже приходится в основном догонять их. Go down and go up. Sure. Спуститься, чтоб that's подняться. На что вполне логично. Good. Get to go wild. Так, пока на одного смогла понять. Подкрался один. Догоняш. Так, уже могу побольше становиться, я помню, да? На квадратный метр. Так,
Давай, 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 давай. Главное атаку не срывать, еще не пустяк. Да, кабанчик-то побежал, иди сюда. Такой себе даже ранг рестлинг не набрал. Еще живой. Но у него вроде ничего не отлетало. Какой психованный. Да? Вау. Окей. Ручонку берем. Погнали. Да падла вы, наверное, долбанула. Можно было бы, конечно, сюда и Винни плохо бы подошел. Тут как раз бомбом до крыла. Ах ты, сука, корол. Кто-нибудь кусает и все, и атака срывается. Надо так прямо бить, чтобы противники тебя не доставали. Прям чтобы ни одного удара. Тогда и рейтинг будет нормальный. Он еще живой, да? Давай, давай, давай. Вот он, видишь, он подтягивает, это класс. Что-то от этого чувака дерет какая-то хрень. Все, есть еще кто? Все. Это гриб же, по идее, можно было разбивать. Что он там делает? Так он же расставился как-то неудачно. Нет. А, вот он просто открылся. Мне надо посмотреть, куда идти. Да, просто вниз. Окейшка. Да, я чувствую его присутствие, это дело засел где-то в глубине. Знаешь, когда... Что-то хилов насыпает, что походу босс будет. Эмпатичная зверушка. Рисует нестрашных монстриков. Ну, в принципе, тут всегда так рисовали их, по-моему. Они всегда были такие вот. Ну, не прямо вот. Не ища диада, короче говоря. Сердечок такой был. Тихо, Калибур. Давай. Все. Я у него почти все выучил. Я вниз. Соники тут, а? Посмотри, какая херня. Давай, 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 давай. Всех сюда. Жесткий замес получается. А куда?
або є через поменьше. Грифта, который должен, да, вот я вижу. Но... Ну все, сейчас хилимся, короче, и вниз. Сколько интересных даже это на должном пропрыге. Ну, спрятки не хотят. Хороший меч у него. Ну да, его вообще газовать им можно. Давай сюда. У них у всех как бы оружие такое. Анимешное. Здесь. Стоило ли расходиться? Похоже, нам еще идти и идти. Находились. Кистелец. Сейчас дохлика возьмем. Стоим.
Не могу тебя больше тащить. Надо передохнуть. Что-то он вообще слабый стал. Я должен идти. Значит, его окончательно увидел. Кого это кого? Вергилия? Персонализация. А, ну сейчас по-любому за Ви придется играть. Давай у него что-нибудь качнем. А то есть бабок не хватит. Кошмар, кошмар, кошмар. Не знаю, этим кошмаром не пользуюсь, вот в чем дело. Здесь уже. Так, давай качнем. Не хватит. Нет. А чё? Пенники способности. Уже ни на чё не хватит. Кошмар. Кошмар вот какой. Знаешь, куда там бамбурики-то девать? Еще немного. Подержись еще немного. Hold on, just a little longer. Он же только что еле шел. Уже и бегать умеет. Забавная себе способность качал. Ты в порядке, Ви? Может, тебе передохнуть? Вот этими быстрыми перемещениями я могу многое пропустить из-за этих билетов. Бак, а ты можешь чуть побыстрее идти? Три шарика из него вылетел. Что за тетя? Тремя головами. Теряя силу, можно как-то ее вернуть. Ну, то, что он силу теряет, это понятно. А место исцеляет. Ну, допустим. Собираем, конечно, всякую дичь. Чувак, ну... Останавливается что-то. Быстренько бы уже все пробежал и все. Так, куда идти? В какую из этих двух? Вот сюда. Че не в боковую? Или это загадка какая-то? Да, бегать он, короче, быстро не может. Плохо. Значит, вот они где. Я забираю свое. Освободить тень. Грифона. Кошмар. Давай тень и грифон. Сейчас за каждого данного будет биться. За каждую сферу.
Ну чё, пантера-то не атакует? Ну, еще чуть-чуть осталось. Все, нормально. Агрифона будем отбивать. Один есть. Теперь боковую надо идти. Ну, придется по-любому все три посетить. Посильнее он стал. Теперь может обратно на пантере кататься. Ну, естественно, к Грифону. Подожди. Давай похилимся. Больше брать нечего. Во всякий случай. Давай, Грифон. Грифона в основном самые, ну, такие основные атаки идут. Чё за голем? А, это самый первый босс. До этого тетя была, это второй босс. Или третий где-то тогда. Знаете, ребята, нормально босс. Пантера захерачит. Да? Я поближе ко мне держаться. Грифона долбанул? А нет. Также по пантере мочил и мочил. Все. Ну, кошмар такой себе, я им не пользовался. Все равно спасать придется. Как на скейте. Тоже вот. Подхилиться бы, конечно, чуть-чуть. Есть чем? Надо. Магии нужно брать? Походу нет. Да тихо, тихо, тихо. Ну куда ты? Да опять этот как он, электрический рыцарь. Ну теперь он куда прочь гадит. Один удар он мне нанес, а я у него уже больше полжизни съебнул. Надо далеко от него не уходить, иначе звери мои урон получают. Это долбанет, да? Все, готово. Давай, давай. И все. Это вообще на раз-два.
Ну, могли бы каких-нибудь немножко других боссов придумать ради рефайтов вот этих. Ну ладно. И так сойдет. Давай-ка валите сюда. Я от этой сырости с ума сойду. Верно. Пора продолжить путь. Наконец-то выбрались. Та была еще мерзость. Лучше продвигаться осторожно, особенно учитывая мое состояние. Тоже мне осторожно двигаться. Ну, что не взять? Что есть? Ну, нет. Типа по этим жилам кровь течет снизу вверх, чтобы дьявол там питался, что-то такое. They're safe. Они в безопасности. No time to worry about them, Lee. Сейчас будет лютый замес. Дойти. Дойти ради замеса. Сюда. Тут опять постоянно вот эти вот, блин, стебли, я не знаю, что это такое. Игру тебя преследуют, да? Кто-то месяца. Ребят, подождите меня. Я сейчас. Кажется, правильно, да, это? Тихо. Так, и еще. Так, меня вниз или наверх, что-то я пытаюсь. Непонятно. Нет, не сюда. My journey. Моё путешествие подходит к концу. Ну, 15-я миссия, я не знаю, по идее, конец обычно после 20-й у них идет. Итак, сойдет, да-да. Если он даже Мудус не смог починить себе мир людей. Ему-то это совсем не более не под силу. Малфас, нам точно не по зубам. Силенок не хватит. Знаю. Но нужно пробраться так или иначе. А, это тетка электрического рыцаря что-то там наговаривала. Распарды меньше. Я понял. А, неужто лазутчик забрался? Я иду. Вот так вот конец миссии.
Франк, естественно. Пазанеро и Ви. И да, Ранг С. Данте. Не знаю, может у меня так получилось. Нужно срочно перезарядку. Как обычно. Что это с тобой? Смерть не хочешь? Хочешь получать все претензии к Леди? Это она за рулем. У меня же руль был с другой стороны. Тяни резину. Что тебе нужно? Ну-ка побольше. Ладно, будем закругляться на этом. Всем спасибо, что зашли. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь, ставьте лайки и в комментарии. Всем благодарен за поддержку. Огромное спасибо. Жду еще в гости.